Ну, я их обоих, конечно, мочу. Если честно... Ой, он еще начал что-то в микрофон мне там говорить. Пошел-ка ты нахрена, американский мой друг. Ненавижу я американских таких братишек. А не надо было по поезду стрелять. Мы им должны просто в гланды вставить наши члены, понимаешь? Сами, блядь, выебывались. Наши русские члены мы должны им вставить. По идее, как бы мы сами натравили этих пидорасов, но... Они меня окружают. Вот чем проблемка-то заключается. Сейчас. Давай ко мне, чувак. Так. Ну давайте, ребятки. Ай, сыкуют сыкуны. А, вдвоем еще, а? С4 пускают. Придурки. Так. Бля, не понимаю, что у тебя там происходит, я к тебе бегу. Так, они на крыше, один на крыше, придурок. Сейчас С4 нибудь будет кидать. Вот видишь. Ой, блядь, практически убил. 8 к 9, ну неплохо. Но он с пулеметика стреляет там, пытается. Так тебе нахуй, да. Убил? Да. Так, второго мочи нахрен. Второго мочи. Сейчас мы их будем рвать. Так, о, типа... молодец. Тоже разыгрался, да? Отлично. Так, нужно предмет захавать, так. Конфетки, что ли? Блядь, ну, он просто их пьет. Не, они, конечно, мол... А, тут стекло. Да? Или ни хрена? Ну-ка, погоди-ка. Чувак, я тут на линии огня. Да, там... тут стекло. Так, эта сука забралась на крышу. Так, надеюсь, мы не идем. Да? Ага. Ой-ой-ой, блядь, прям по меня. Ну что ж ты его так не убил, чувак? 9 к 9. Убил, что ли? Конечно, не убил. Вообще-то я на другого смотрел. Короче, эта сука на крыше. Да я уж понял. Ну, бронебойка, конечно, в чем-то хороша, но походу... Нечестно было. Нечестно так было. С крыши по мне стрелять. Ну что ж сказать. Ладно, давайте-ка. Он со снайперкой по любасу. Сейчас, небось, меня будет стрелять. Ублюдок картавый. Давай, стреляй по моему жопе. Не хочешь стрелять? А какой молодец. Тогда... А, нет, вон он. Блин, я не могу в него попасть, чувак, он на крыше, я... Ай, хорошо-то как получилось. Э-э-э-э! Мусорня, вы чё? А вы-то каким макаром? Мы тут разбираемся, значит... Мусорня, вы чё? У нас тут питерские разборочки. Блядь, у нас такие тут разборочки, пиздец. 2-2 как раз играем, кстати, да? 2 на 2. Так что, охуенно. Я, в общем, сейчас на крышу полезу, ты будь снизу тогда, чувакок. Окей. Если тут, тут, блядь, чё лестницы-то нету нахуй? А где этот ублюдок-то? Я чё-то не вижу. Это снайпер? Да, я со снайперкой. Чё-то там пиздит. Ай-яй-яй-яй, чё-то говорит там нам, а? Ну, да, Майер. Дай-ка я его забучу нахрен, а? А нет, это вообще другое. Да, это другое. Да, они-то заблочены уже давно. Но все равно. Ой-ой-ой, что там такое происходит? Все, сука. Я занял верхушку. Уйо! Верхушечку занял. Молодец, конечно, но тут еще и сзади мусорня. Только осторожнее, чувак. Ну, блядь, ну, ебучее автонаведение, ну, пизду тебя, сука. Я ему стреляю в голову, и оно тупо на копах сразу наводится. Ну отлично, блядь. Так, а кто меня-то стреляет? Чё за... Игрок Абутметтер расстрелял вас? А-а-а, я понял, какие мы дебилы. Он, короче, включил этот, скрывать метку, блядь. Прикинь, какой ублюдок. Или нет. Секунду. Ну если играть, так... Ладно. Играть так по-жёсткому. Где там Лестер наш, дорогой? Умри, о, сука, ебаный. Так, скрылся. Бля, он внутри как педик, сука, ходит. Я ж тебе говорил. Косичка, прям как тот, который, знаешь, Ванальчик-то жену этого Майкла ебал. Ну, я про то же говорю. Вот чем проблемка. О, тихо. Парень, а чё ты... Сука! Чем сыкуешь? Блядь! А! Спасибо тебе, ебаный, это наведение! В 10 метрах, лоб в лоб, на меня смотрит. Да, автонаведение только... целится в копы, в которые внизу, сука. Так.
Ох, блядь. Блин. Слышь, он сейчас тоже скроется, у меня такое чувство. А, вон она. Давай-ка пойдем-ка к нему. Немножко поговорим по душам. Правда, коп что-то меня не захотел убить. Ну-ка, давай-ка два на одного. Как тебе такая идейка, а? Отомстим анальную кару. Как ты его замучил? Ну, я не знаю, он, походу, посрать решил. Немножечко. А, вот. А, ты скрылся, что ли, блядь? Я не вижу просто. Да, я скрылся. Специально, чтобы анальная кара... Ее не было. Так, небось, парень-то тоже скрылся, у меня такое чувство. Или нет? Короче, я беру того, что сзади. А долба, пусть знает, пидорас. А того я так беру. Нет, вон он. Блядь. Быстрее бежим так, все. Ай, ублюдок-то какой. Такие суки, конечно, блядь. Ага. Но они еще друг друга мочат. Ой, блядь. Так, случайно получил. Знаешь, было бы клево, если бы они... Человек убил. Но они друг друга мочат? С каких пор? Вообще-то они друзья, ты что, не видел, я что ли? Я понял, но один раз они друг друга замучили. Ну, это потому, что благодаря мне они так автонаведение навелось. Ух ты, ай, молодец! Какой хорошо. Так, я понял, на заметку. Когда он появляется, сразу не стрелять, потому что он бессмертен. Чувак, ты понимаешь, что ты тыл мой не прикрыл, и... Да. Естественно, ты как думал? Это ебан так. Ну что делать? Ну как бы он в нас сейчас целится там, что ли? Этот ублюдок. Не, нам так с сервака просто уйти не дадут. Это я тебе говорю. Бля, я не уйду, пока у меня либо глюк, либо что не случится, короче. Сука! С пули папы? Ну что за, я что, рыжий, что ли? Почему не работает этот ебанное наведение? Вонуться. Так, и где он? Так, понятно. Сейчас небось С4 кинет, говнюк. А вон он, блядь! Да, слушай. Ничего не скажешь. Тут длительная серия, конечно, получится. Но что делать? Теперь он мстит мне. Понимаешь, поток. Ну, блядь. Охуенно же, чё? Ничего хорошего нет. На нахуй, пидорас. Да. Ну же, да я ж попал. Чё, не попал, что ли? Так, понятно. Тогда вот так вот полетела ракетка. О, другое дело. Правда, у меня, кстати, одна ракета осталась. Да сука, ну блядь, ну вот он появился сзади меня, короче, и расстрелял. Ладно. Ну я веду в счете с этим ублюдком, а вот тот второй, с которым ты мочишься, он меня на два... Кила сделал, а я вот этого не буду. Да? Ох, хорошо-то как пошло. У меня 5-8 у этого ублюдка. О, еще один. Ну-ка. Этот сзади появится, если что. Не забывай. О, убил. Молодец. А вот тебя тоже, да? Да. Ох, получается. Не, ну мы, конечно, можем так до вечера. Надо реально или идти уже, или что. Если мы выйдем, это будет акт... Да ёбай! Автонаведение ебаное, автонаведение ебаное. Понимаешь, что проблема? Умри, сука! Да, бля! Убил его всё-таки. 6-9. Вообще охуел, гонки ебаные. Естественно, он мстит. Слушай, как его мочу, сразу представляю, блядь, того, кто это, ну, это, жену, блядь, Майкла ебал. Пиздец. Да. Что себе ты? Знаешь, немножко даже при... Не любишь измены, да? Ой. А тот... Да чё ж ты, ублюдок? Ой, блядь, неприятный ублюдок. Нет, тот опять меня убил, к сожалению. Иди нахуй, урон отсюда, сука. Да, блядь, мы уже до утра сколько играем-то. Так. Блядь, уже 7:30, нахуй. Да? Да. Нам уже... Чё, реально? Нам уже выходить в шарагу надо? Да. Чё делать? Ебать, мы как увлеклись, мне так стало интересно вообще. Не знаю, нашим зрителям будет ли интересно, посмотрим. Так, поди-ка снайперку ублюдок возьмёт. Да, снайперку взял, ублюдок. Убил вас снайперской винтовки. Ладно, хорошо, жду тебя там, ублюдок. Ебать, да ты все нахуй, танк! Танк? Танк! А? Он взял танк? Да, танк! Да, я этого и ждал, да! 5 ракет не хватит, но я тебя уничтожу, сука!
Да? Нахрена себе. Да, там все нахуй идем сразу. Не идем широко, окей. Ну блин, просто. Ну как-то хуй знает, не хочется мне идти сразу. Слышишь, вышел этот Ахмед, ебаный. Трул, сука! С танком-то пиздата! Охуенно, охуенно! Эй, я не понял, а где этот ты ублюдок? Он что, на крыше, что ли? Нахрена себе. Что там происходит? Да он это... Блядь, чё он сюда вообще приехал, нахуй? А где этот придурок? Я что-то не могу понять. Какой? Вот AXBLABLABLA, он вышел. Да? Да. Отлично, тогда вообще отлично, потому что у меня счёт... Да он трус ебаный, сука. Как танк, нахуй, штаны наложил, что ли? Так, слушай, нам нужна срочно тачка. Слушай, ну хорошо, что вышел, потому что у меня счёт-то был 8 к 9. Молодец он, молодец. Так, чувак. Слушай, чувак, если да. Я сейчас доберусь... А, скройся. Я не успею. Контакты. Давай, Лестер. Ну тогда я скроюсь и быстро танк возьму, чувак. Да ты заебёшься до сюда ехать, чувак. Понизить, скрыться. Ничего не знаю, ты чё? Девочка, ты хочешь просрать? Ты хочешь просрать этой суки? Макс... Нет, конечно. Все, но... значит, берем танк. Берем чертов танк. Они разозлили нас. Что значит перейти дорогу клану СР, серьезные русские? Serious Russian. Так. Только умоляю, так никогда не говори, потому что это уже школьники русские будут нас считать. Так, я вижу, где появилась метка. Да она за три пизды. Я не понимаю логики этого парня. Нахуя? Танк, блядь, брать, да еще и сюда, сука, ехать. Нахуя? Парень, понимаешь, что-то в его жизни уж слишком сложилось плохо. Что-то его в жизни не устраивает, что он решил отыграться на нас. Возможно, что его пиздят в школе, а возможно, в шарашке. Он долбоеб, блядь. Так, я, наверное... Так, эвакуация вертолетом, хорошая идея. Контакты. Мэри Уэйзер. Я не знаю, чувак, я спасу твою жопу, потому что я сейчас возьму вертолет и... Так, вызвать эвакуацию вертолетом, быстро. Я ради тебя, просто ради нашей чести клана, чтобы вот так они просто покушались над нами. Ну уж нет, чувак. Тут придется мстить. О, и, кстати, поезд. Ну, тут поезд, чувак! Ну, правда, он нам сейчас не нужен, но похрен. Блядь, убивает тебя, да? Я его уничтожу. Как же, сука, весело. Тихо. Чувак, пожалуйста, успокойся. Я знаю, что если бы я снимал, я бы уже давно прекратил запись и сказал, ебать, я не потерплю такого отношения. Ты что, это такой ты... вызов, понимаешь? Блядь, мы были на месте. Ну что, ко мне что ли едет? Мы были на месте этого. Блять! Пошел-ка ты нахуй! Блять, ублюдок! Походу, он на меня пошел. Да, он на меня пошел. Уничтожил вас. Ладно, включай пассивный режим. Я включу. Включим? Все. Видишь, я как умно поступил. И будем, короче, пиздовать до танков в пассивном режиме. Ну, вообще нас, он может нас задавить. Да? Он ко мне едет. Ну, хуй он задавит, если честно. Ладно, я поехал. Ну давай, парень. Постреляй в меня. Давай. Ну что ж ты не стреляешь, что, ублюдок? Ну же. Чувак, иди за танком, короче. Я пока что я его поехал. На себя сдержал. Слышь, держи как раз, да, молодец. Посмотрим, как тех две крысы ебаны. Да, он меня давит, тут крыса. Да, он меня давит! Откуда он знает этот способ? Какой способ? Фига себе. Давить! Да, блядь, я сам бы так сделал. Я мыслю, как эти ебаны, понимаешь? Представь, вот, что бы ты делал перед тобой, чувак, в пассивном режиме. Добил, естественно, конечно. Кого надо искать на карте? Лагин Икс. Так, а мы, может, как-то сможем как-нибудь показать игрока или как-нибудь? Нихуя ты, это, сука, где? Едем на. Увидел, что ли? Да. А как ты его спалил? Там можно по поиску ников искать на карте. Я то, что говорю, типа, где он? Теперь ладно. Так, World of Tanks начинаются. Правда, мне еще километр. Ты давай едь быстрее, ладно? С двумя танками
Убьем! Заебем! Ай-яй-яй, убивает, смотри-ка. Прям как Мэй делает. Вот ублюдок. Молодец. Ну не настолько же. Он, видимо, просто на карте увидел, что там куча народу приехал. Все, блядь, нам испортил. Да-да-да, там 4 человека было. Там 4 человека было. А мы как делали? Мы вдвоем на одного нападали. Как знаешь, как стая этих... Как стая крыс. Не-не, в Африке эти падальщики-то, блядь. Падальщики? А, да-да-да. Понял, о чем. Шакалы, вон, нахуй. Как стая шакалов, блядь, на крыс-то ебаный дох. Хорошее сравнение. Типа мы белые пушистые зайчики. Шакалы, пушистые. Да, белые пушистые шакалы. Так, слушай, опа, да, он там убивает хорошо, я смотрю. Ну, Мэтт крутой, сука, он не знает, что-то жопа едет на его, блядь, жопу. Не знаю, там, короче, с кем связался, а. Нет, зря он это делает, это отвечаю тебе. Так, в танк сажусь, короче, чувак. Опа, где танк? Не-не-не, он, кстати, у меня не сразу пригрузился, все нормально. Да? Да-да-да-да, я чуть вперед отъехал, он появился. Нормально все? А почему так? Опа. Да я хуй знаю. И вправду. Во, бредятина-то какая. Ну ладно. В принципе, что? Это же... Мы же бета-релизеры. Он думает, такой крутой, но... Слушай, а нет, где он? Где? Я убью его. Где, короче, он? Где знаешь, он? Знаешь, где танк-то появляется? В общем, как только уничтожим танк, едем сразу туда и караулим это место. И дадим. Чувак, погоди, где он? Где он? Скажи. Скажи, где он? Как посмотреть? Нажимаешь карты, и там второе, как бы, ну, там, по выбору, да, там, знаешь, магазины всякие, Иваны выбирают. Угу. Там написано, ники игроков, что-то такое. Ну-ка. Имена игроков, что ли. Ага, демон. Выбираешь, короче. Сиди. Лакс, ага. Это, лак, иком, лакс, зомби, что-то. Ага, вижу моего дракола. Ну что ж, ребята, охота начинается в World of Tanks. Тиги-бомб убил игрока лакс зомбикс. Он убил его? Фраги пиздит, сука. Он убил его? Он его убил, да. Ничего, я должен убить эту суку. Он вообще охуел. Ну какого хрена он убил-то его? Я говорю, значит, начинаются World of Tanks и сразу заканчиваются. О, господи, какие-то бомжи заговорили в чат. Что ж вы такие-то вонючки, а? Рот-то свой прикройте, пожалуйста. Тедди. Тедди, хрен. Монстр, дай, вышел. Ну, блядь, чего вы выходите, сука? Че, он вышел, что ли? Радость так играть, вы че? Погоди, и где он? Я, блядь, их не понимаю. Я не знаю, просто вижу цели, еду к ней, на. Так, ну-ка, сейчас посмотрим, погоди. Просто у меня такое предчувствие. Так, Димон. Так. Тедди. Ой, я убил его. Да, лак-зомби. Ой, я Тедди взорвал нахуй танк его, блядь. В смысле? То есть у меня танк реально там был? Да. Так, ну что же, Макс, дай-ка, пожалуйста, мне тоже там убить эту крысу Лакс. Он меня все-таки два раза убил. Сначала выстрелил, а потом переехал. Молодец. Тут два танка, короче, стоит, я их уничтожил. Два танка там стоит? Да. Че, реально? Серьезно? Они что, совсем крысы водяные, что ли? Ну-ка, там кто такой? Ой. Так. Вот так вот, чтобы вам неповадно было. Мне это нравится, отлично. Так, ну танки-то уничтожен, дай-ка мне хотя бы убить, чувак. Я, по крайней мере, снимаю, а не ты. Я только один, я вообще случайно уничтожил. Я не видел, что за хуйня, я тупо выстрелил. Так. О, Анпокин, который, видимо, друг его, ну у них ники похожи. Вышел. Пожалуйста, дай мне Лакса убить. А, о, блин, он ушел? Это он нас мочил-то? Или кто? Блядь, ну опять кто-то в чат, ну мое. Вот на... Блять. Тебе в чат пишут? Нет, не пишут, просто... Ай, хорошо. Короче, тебе будем держаться вместе. Вместе мы сила, чувак. И, я, кстати, знаю. Давай это то место сторожить, потому что это крысиное место появления танка. Так, прощай, мой друг. Пока. Так, следующий где там? Опа, они сами, сука, двое. Напросились. Сами, блять, вынудили нас это сделать. Ведь еще двое тут. Они исчезли. Сторожить. Гаражики, что ли? Ублюдки. А вот ни хрена. Один не успел удрать от меня. От моего ствола. Так, ты пока там его мочи, а я... Я убил его, слышишь? Ха! Там Тедди. Еще один появился просто. Да Тедди это хреновина, а не Тедди. Мне интересно, вот это кто у нас там такой? Не зомби ли? Кто меня там давил-то? Ну-ка. Так, Тедди.
Ну, спокойненьким шагом идет. Тут танк, он спокойненько даже не обращает на танк внимания. Отлично. Как-то странно, я бы уже давно убежал бы. А он спокойненько ходил, думал, что я его не замечу. Опа, ну-ка, опа! Давай, давай, куда? Давай, давай! Убил? Ай, нет. Ай. Я просто его сначала не приметил. Так, я вот. Сейчас тоже. Да ты на карту посмотри, блядь. Ну, смотрю, смотрю. Ну же. Я он, блядь, везучий, ты. Ох, блядь. Убил. О, опа! Макс Зомбекс появился, зомби. Слышишь? Так, так, где так, эта так, хуйня так. Бегает? Ты ладно, один не, беги не пока мочи что. Этих, не мочи пиздюков, а то они разозлятся еще нахуй. Они разозлятся-то? Что-то я сомневаюсь. Там как. Знай... Опа! А вот и World of Tanks. Ах ты, ублюдок. Так, 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 давай, 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 давай. Вали его. Давай, давай, вдвоем-то мы справимся. Ну же. Ебать, ну что ж ты, Макс-то такой, ну ебать. Ты его хотя бы убил? Только не говори, что... Да, я его убил. Ну, слава богу. Ладно. Так-то тебе, сука. Я рад. Очень жаль, но кажется, ваш транспорт уничтожен. Жалко, жалко, жалко. Так, слушай, тебе, мне надо быстро тачку какую-нибудь взять, чтобы добраться до танка. Так, 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 так. Очень жаль, это очень жаль, конечно. У-у-у, там кто-то на истребителе аж летает. Да? Угу. Блядь, есть, что ли? Вообще, мы куда попали, чувак? Мы нахуй никуда сегодня не летел. Да, подозреваю, что ни хрена мы никуда не уйдем. Ну ладно, ты молодец. Блин, ты зомби, держи! Там зомби, самое главное, он же может добраться. Сам естественно, знаешь, я не пущу его нахуй. Контакты, механик. Да, я убил, а нет, это не он. Ну, слушай, не... ищи его, ищи, ищи, быстрей. Так. Сука, это ответит за свои преступления. Так, контакты. А нахуй! Кто это? Блять, ну блин, ну что за хуйня? Ты только что сказал, что опа, вот, скорее всего, он там едет. Ни хрена себе он истребители-то какие. Выворачивает, выворачивает просто. Тедди Бум вышел, отлично, отлично, отлично. Ты... Я хочу, чтобы суки только остались. Иди-ка сюда. Вижу машинку, точнее, мой танк. Сейчас мы будем решать уже. Опа, опа! Вот, это сука опять начал нахуй. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушай, ты в курсе, что он меня уничтожит? Кто? Лаг-зомби? Я танк-то дымится. Да? Ничего, чувак. Я за танком уже и еду, как бы. Так что все шикарно будет. Всё, он шикарно. Меня уничтожил. Уничтожил? Давай, давай, давай. Ну, 5-1. Мне этот счет не нравится, блядь. Как он танк взял? Ты можешь мне объяснить? У меня какой-то счет был 0 к 3. Ну, в принципе, ладно, насрать. Опа, сзади, сзади, ублюдок. Ай, пойди по мою душу едет. Или что, не по мою, что ли? Кто это? А, понятно, кто это. Тихо, тихо. Камикадзе. Что было? Парень на истребитель хотел меня простенько задавить. Да, это, конечно, круто. Камикадзе. Классные Лак ребята. Зомбекс мочи. Это так, так, из так, так, всего, так. Что есть, это такая крыса. Такая нет, тут еще одна есть. Штука. Одна крыса, погоди-ка. Блядь, он сейчас меня убьет, нахуй. Тут есть еще одна крыса. Просто вот вонючая, которая на истребителе какого-то хрена хотела меня. Простенький так. Да, ничего он тебе не сделает. Похуй, там да. Очень тяжело стрелять на самом деле. Проблема в том, что я его сейчас завалю просто. Я такое не прощаю. В общем, проблема. Где там мой дорогой? А, покупаем, покупай, мой молодец. Надо скрыться, блядь. Он покупает. Какой слушай, умничка. Это сука не там случайно, где танки? Нет, он в оружейке. Покупает. Так, в амунации. Бей его, блядь, танк его взъеби нахуй. Так. Опа! Зомбекса какой уровень? Ай, молодец. Только вот, представляешь, обычный денек, обычное утро в GTA 5. Ты берешь пару патрончиков, выходишь из магазинчика и на-те-на! Из танка. Как, какие твои действия, чувак? Блять, надо быстрее сваливать, а зомбекс меня догонит нахуй. Так, где он? Чтобы я знал. И я не вижу тебя, где он? Я за танком поехал. Хотя это, сука, меня не догонит. А где он?
Су, ёб твою мать, он меня убил. Ага, вижу. Из танка, что ли? Пиздец, так. Молодец. А зачем этот-то придурок ко мне едет, я не понимаю. Он что, любит... Прикрой меня, будь там, где мой танк появится. Я чувак. Не понимаю, он что, любитель пиздюлей, что ли? Я таких ребят не понимаю. Не. Он одиночная крыса, мне вот одному было совершенно не скучно вот убивать других. Нет, я просто говорю, что тут есть любители пиздюлей. Опа! Куда не, ну блин, такой? Ты дослушай мою мысль. Опа. Мне одному было совершенно скучно. 11 вот штук. Вот. Опа, какое мясо! Ну-ка, ребятки, расступитесь-ка! Опа, зомби! С танком еще, ублюдок! Ай, куда? Ай, взрывает меня. Что тачки-то исчезают нахуй все подряд. Ой, как я его превратил в мясо. Ой, ребята, простите, я ненадежный игрок. Ты убил его? Да, убил. И тут столько крыс, ебать. Чувак. Так. Пожалуйста, сторожи мой танк, тихо. Я говорю пушку, ой, тачку точнее, я сейчас найду. Так, все будет нормально. Где там дальше? Опа, что ты там высматриваешь, ублюдок? А это кто такой? Тут едет... Ланд-комплекс вышел, сука, ты трусливая, бля. Хорошо, так как что, не нравится, да, нахуй? Он там сидит и говорит, ну что ж вы, ребят, я просто зашел вас поубивать, ну что, мне нравится. А что, блядь, нам не нравится, что, сука, играть мешает, блядь. Опа, меня там мучат. ПВП на 2, 2 на 2 нам такой испортил. Что такое? Почему сука, я его не могу убить-то? Все, мой танк дымится, мой друг. Нахуй. Так, это, конечно, хорошо, но у меня такое чувство, что сейчас скоро взорвут к чертовой матери. Поэтому надо тут держаться краем. Так, ой, молодец-то какой. Нет, просто так меня не уничтожить. Нет, конечно, можно уничтожить, да причем и просто так, но... Ты, может быть, будешь на одном месте тусоваться там, а? Ну, понимаешь. Так, а это кто такой у нас там? Опа, вышел. Сыкунчик. Так, ну я-то вот здесь, я могу тебя прикрыть. Только мой танк, один снаряд, и он взорван. Сейчас я потом тебя буду прикрывать. Ну, слушай, мы хорошо сегодня повеселились. Давай я твой танк съебу, чтобы ты новый как бы купил. Чувак, как бы тут уже придурков-то нет. Понимаешь? Как-то их слишком мало стало немного. Не, ну Зомблинс, конечно, пидорас. Стой, это я. Ну я вижу, я уж не собирался как бы стрелять. Все, погнали. Ты меня так знаешь. Можешь меня взорвать, в принципе. Да, так новый танк закажешь и все. Ну тут ты, конечно... Опа! Коробок крыс едет. Коробок? Молодцы. Коробок крыс едет. И... А чей-то они развернулись-то, а? Только ко мне ехали. Ай! А, я в обратном направлении поехали. Не, ну этот Лакс, сука, или как Лекс. Спокойней, я его уничтожил, ты его тоже уничтожил. Получается, счет, ну, конечно, он нас побольше помочил. Ну, хотя бы мы его убили, хоть по разу, да? Естественно. Погнали, давай к этому месту, я тебя, точнее, ты выйди из тачки. Ты меня взъебешь. Все, естественно. Стой. Так. Подальше. Оп, прошу. Ой, как. Не себе не людям, нахуй. Очень жаль. Ничего себе, что так долго взрывается-то он? А и все? Ты стреляешь? Все. О, дамочка даже мне тут машинку дала. И еще Симона нужна, это хреновина. Слушай, сколько тут играл человек-то? 16, я помню. А сейчас-то что-то все... Это что с моей машинкой? А, все нормально. Я уж испугался. Можешь её уничтожить, удивил выплатить мне деньги. Меня удивил вот этого парня. Он взял и мерзко вышел. Он понял, что два дебила — это сила. Ну что, парень, точнее Макс, что, мы можем задание взять? Потому да. Что все крысы-то вышли. Давай. У нас тут так, заправленный. Говорят, что в Алис нашли новый скупщик кокса. Это фигня. Кражи в Эль-Бурро. Мексиканские гангстеры все-таки... Напыщенный, так. А там какой-то задание. Доминатор надо украсть, оранжевый доминатор, помнишь? Ну я спрашиваю, было Мартина такое задание? Такое внедрение есть, такое двухмысленное. Ладно, короче, давай. Вы уверены перед тем, как... Нет.